Глава городского округа Владимир Ружицкий проверяет готовность управляющих компаний к зимнему периоду. Люберецкое отделение «Пик Комфорт» обслуживает 58 многоквартирных домов. В штате управляющей компании работают 62 дворника. Они задействуют 4 трактора с плужно-щеточным оборудованием и один погрузчик. Управляющая компания не совсем готова к зиме, потому что мы ориентированы, о чем я сегодня с ними рассуждал, на зиму, когда выпадает месячная норма осадков. И это проверка всего городского хозяйства. Я тут дал им срок в течение ближайшей недели разобраться. Надо заключить договора с подрядными организациями, со смежными организациями.